Захватывающий чемпионат по дартс собрал лучших дартсменов из разных уголков края. Прошел в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Юность» города Амурска. Мероприятие собрало 38 участников, которые продемонстрировали невероятное мастерство и концентрацию, сражаясь за звание чемпиона. Очень такой значимый турнир у нас в календаре краевом. С удовольствием приезжают спортсмены. Как вы видите, у нас сегодня представители не только хозяев, также хабаровчане приехали, комсомольчане. Ребята приехали из Солнечного, Эльзельбана, Пивани. По-моему, я никого не забыл. Ну, то есть почти весь край собрали, да? В принципе, да. То, что у нас собирается в Хабаровске на крае, ребята приехали. Представительство, вы тоже видите, какое большое. У нас тут и мастера спорта, и много очень кандидатов, перворазрядники. Ну, есть и начинающие. Возрастной контингент тоже, как видите, в общем-то, разный. От пионера до пенсионера. То есть вот мальчик у нас 10-летний, первый турнир сегодня проводит. Ну, молодец, держится, как говорится. Ну, хочу сказать, что еще на этом турнире у нас присутствуют и чемпионы, и первенцы России, чемпионы России, чемпионы всероссийских соревнований. То есть сами видите, что представительство довольно-таки широкое. Ну, то есть все серьезно? Очень серьезно, очень серьезно. Действительно, собрались почти все самые сильные дартсмены Хабаровского края. Соревнование проходило в насыщенной атмосфере, где все присутствующие с лихорадочным волнением наблюдали за каждым метким броском. Участники демонстрировали свой талант, борясь в напряженных матчах, полных неожиданных поворотов. В итоге, после захватывающей борьбы, победу одержали. В личном разряде среди мужчин Ильенко Юрий, город Амурск. Среди женщин Исакова Татьяна, город Амурск. В парном разряде у мужчин Ильенко Юрий и Ильин Виктор, город Амурск. В парном женском разряде Исакова Татьяна, город Амурск, и Пикина Екатерина, село Пивань. Но все игроки продемонстрировали, что дартс – это не только спорт, но и искусство, способное объединить людей. Чудесная атмосфера и незабываемые моменты сделали этот чемпионат ярким событием сезона.